против сопротивления дружины. Вот так вот оставляет, а потом с этой стороны уже подходит и начинает толкать куда надо. Это тоже надо уметь. А если не умеешь, то ничего не получится. Сейчас я подхожу к этому пруду, озеру Рыжковске. Вот оно где. Вон откуда он сегодня начал наталкивать меня. Вот оно как. Расширяется, падает. Я ему говорю, что раздавливать-то и не надо. Пусть так останется. Легче брать будет, где будут норы бобриные или еще. Игорево поле. Гречка цветет красиво. Сейчас пошел там лога, лог на лог. А начинается вот прямо здесь. Вот около березки начинается новый лог. И вон уже березка, все там, и такая ширина. А дальше там метров уже 50 ширина. Ну, явно дело, что проходит вот этот лог, это другой лог. Вот он соединяется с тем. Тут он в стороне, а этот вот где кусты растут, тут это. Ну, и поток. Ну, даже никакого предположения нельзя делать для того, чтобы рассудить правильно. Вот он какой. Это Рыжковска. У нас была Евдокия Титовна. Тит. Запотеряем была Иваном Нефантьевичем. Нефантьевич это Нефант. Нефантий. Какие имена были? Я тут нашел как раз, подрезал, ножик был, тальник, легко заходить под березку, вот под эту вот. И со всех сторон оказался тенечек, весь день пробыл, я не пробыл, четвертый раз приехал. Это не два шага. Это только вот издалека покажу сейчас тополя, вот эти вот растут, вот тополя. Это как раз растут они с этой стороны трассы, дороги, по которой ездили на второй мостик. Так это еще половина пути. Отсюда. Дорога заросшая, трудно так. Умаялся, а не сидится на месте. Пошел сейчас по траве, по этой, она, наверное, лет 100 тут. Никто ее не трогал, не жег. Употник просто, ноги заплетаются. Хотел посмотреть, как и откуда начинается лага новая. Вот он здесь. Такое поле. Это раньше еще было. А тут немножко он уже начинает зарастать. Вот проходит. Это вот тополя растут, это вот, а здесь деревья были. Тут бухта зимой. Вот. Так, у нас все новое, каждый день новое.